Всем привет! С вами Нидерамус, мы продолжаем проходить шестой Resident Evil за Шерри. У нас на очереди четвертая глава, кстати говоря. Я почему-то в начале прошлой серии был уверен, что это у нас третья глава, а это у нас четвертая. Какая жара тут. Ну да ладно. Отправляемся. Ты отправляешься? Отправляется. Отлично. Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Hey! Let me handle this. Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Давно не виделись. Ты животное, поставил его на место. Так, можно вот эти бочки уронить. Так, давай, иди сюда. Упс. Кажется, кому-то там немножко лицо набил. Отпусти его, ты! Скотина! С отсутствующими мозгами. Так, я сказал... Так, надо, не туда. Но мне сейчас не туда. Думаю, нетрудно догадаться, учитывая назойливость этого монстра. А он будет явно, я думаю, даже по назойливее Немезиса знаменитого. Уже больше полугода прошло с тех пор, как он нас впервые начал ловить. И вот продолжает. О, отлично. Так, сразу подготовим все, что можно. Это просто слишком очевидно, что он еще будет на нас сейчас ругаться всякими нехорошими словечками. Так, тут я все собрал. Вроде все. Так, ну вы ждете меня, понятное дело. Ладно. You got it.
Так, давай, открывай. О, ту-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 ту. О, быстро открыли. Прекрасно. Так, подожди. Бежим. О, прекрасно. Камера, что с тобой? Вот как так можно? В сетевой игре еще понятно, такие лаги, но как? Бред. Ну ладно, не обращаю внимания. Ух ты. Прям по джику проехались. Вот эту штуку можно подвинуть, но тут нужны все четыре, чтобы это подвинуть. Но, по-моему, там что-то много будет лежать, если сумеем это сделать. Так, а где я, товарищ Устанак? Понятно, сейчас нас будут крошить на кусочки. Ну ладно, по крайней мере, это за один раз задвигается и все. Ну, Санак теперь огромный дробовик. Пошел нафиг. Так, я хотел же... А почему я не могу прыгнуть далее? А, это я вот отсюда могу прыгнуть. А, пройти просто. Просто помню, здесь много всякого хлама лежит. Короче. Чё я... делаю? Так, прыгаю вперед. Прыгаем вперед. Что здесь? Фига себе, запасик такой. Так, спрей мне не лезет. Это обидно. О, здорово. Я, кстати, почему думал, что уже битва заканчивается, я забыл про вот этот этап. Так, ну если он сейчас сюда запрыгнет, я ему немножко... Ни хрена себе, ты чего делаешь? Ты чё? Неадекват аж паренный. Так, иди сюда. Ага, чё, всё? Сломалась игрушка? Да нифига себе. Устанок, ты читер. Ну тебя нафиг, мужик. Иди нафиг. Иди нафиг, тебе говорят. Скотина необразованная. Чё ты всё со мной гоняешься? Отпустил. Отпустило меня животное жалкое. Сдох отсюда. Чё, серьезно? Фигасики. Я чуть не ожидал такого поворота. Так, ну я в курсе. О, ну конечно. Надеюсь, там хотя бы осталось, что можно было собрать. Так, охраняемся все. Ну, сейчас, конечно, мы завалим спокойно.
меня вот интересно, аптечка осталась там? Похоже, там что-то, кстати, осталось, потому что что-то поблескивает. Ну, собственно, ради вот этого и в основном и надо было двигать. Вот эту хреновину, которую аж вчетвером надо двигать. Давай, подойди сюда. Да, мужик, мозгов у тебя явно поменьше, чем упорство. Хрена себе, он кого там, Леона метнул? Так, короче, заканчивайся уже. Товарищ Устанак. А, у него даже это еще не отвалилось. Много я там, кстати, еще коробочек даже не собрал. Здесь мы пройти, естественно, уже не можем. Ну и да ладно. Не особо за это и страшно. Так, не надо. Мне сейчас ничего это делать. Кстати говоря. Снова патрончик с пистолетом. Смотрите-ка, аж один патрон остался даже. Удивительно. Здесь вроде больше у нас ничего нет. Это такая... Не знаю, котельная, что ли? Или как это правильно обозвать помещение? У нас не хватает места, чтобы взять патроны. Четыре патрона. Понятно. Бывает. Место — это уже серьезная проблема становится. Точнее, его полное отсутствие. И тут никак не увеличить его. И в отличие от пятой части, тут нет никакого хранилища, к сожалению. Кучэнг is up ahead, at the mouth of the river. All right, come on. Worry about Simmons, right? You're gonna be fine. Okay? Конечно. Такая штука наша будет представлять. А, вот там.
лестнице. Ногу как-нибудь вот так. Ох ты ж. Ты чё? Не, ну я там... А, мы все, мы приземлились. Прекрасно. Так, что у меня? У меня даже, смотрите, бомбы. Кажется, еще бомба. Как я туда бомбу положил? Серьезно? Иди сюда. Ну ты дебил, что ли? Убийство. Пошел сюда. Кто еще там догадался гранатами кидаться? Сдохли отсюда все. Ух. Чуть не поджарил. Посмотрите-ка на него. Да, серьезно, ты чё? Со спины напал. Не знаю, чё... Да, серьезно, ты что ли? Убийство. Ты чё оправдываешь своё имя? Хватит. Прекращай, мужик. Взял, убил меня. Меня убило убийство. Дожили. Да как я эту бомбу-то здесь кладу? Чё, просто если в подкате... Всё равно бомба, что ли, ставится? Это чё-то вообще много смертей за этот... эпизодик. А, она просто же на правую мышь ставится. Что-то я забыл об этом. Черт, у меня даже граната не заряжена. Как так вообще? Так. Сдохло. Блин, асики вы чё? Убираете? Да сдохни уже наконец. Да вы чё? Вы крысы, и даже жарят. Да, нифига себе вас тут сколько. Сдохли вы отсюда. Так, все, они с одной стороны. Так, дробовик как-то не оправдывает себя. Как
По крайней мере, здесь сейчас стрелаться не будет, по-моему. Хоть что-то хорошо. Да, столько... Меня просто... покарали сейчас. Естественно, восстанавливаемся. Так. Так, ты перезаряжен. 8 зарядов в моем дробовике. Все 8 у меня, по-моему, ушли без толку. Давай. Заводись. Так, какие-то маяки падают. Дожили. Как так? Отлично. Успел. Ну тут, в принципе, тем способом, как я это делаю, легко можно быстро сделать. Так, ну нафиг, эти балки меня могут зашибить. Так, ну здесь я сейчас ничего не сделаю. Уничтожьте БОО. Топсон. Ключи. Игра, ну хватит ломаться уже. Не, ну нафиг, дробовик вообще как-то не особо себя оправдывает. По крайней мере, вот сейчас. По крайней мере, вот в моих руках. Уф, отлично. Полицию ему заехала. Ну, здрасте, приехали. As soon as we can. Boss still keeping tabs on you, huh? For now. Let's go then. Ух. Наконец убийство закончилось. То лишь убил меня несколько раз. Говорит, ничего нет. О, балки все еще висят. А, это не их нам
них на этого чудища вообще скинули. И сначала подумал, что это вот эти балки, но потом я вспомнил, что там еще были те, которые просто висели, они вот так не шатались, как эти. Конечно, странно, что эта штука еще крутится. Так, оружие что у меня? Все, перезак. Ну. Все, что можно, перезаряжено. Так, здесь я точно ничего не пропустил. Да? Все, вообще ничего. Да ну нафиг. Уберись. Вот из всей. Из всех. Resident Evil. Снайперка мне здесь не нравится чуть ли не больше всех. Еще менее удобная снайперская винтовка, разве что из тех, которые я играл. Это в код в Resident Evil код Вероника. Но там это из-за особенностей движка просто. Не так удобно пользоваться. Но тут именно ее намеренно запортили как-то. А ведь медалька-то могла быть. Или он там. Хотя, знаете ли, вот эта винтовка попадает, стреляет в медальки, которые находятся черт знает где. Это то еще извращение. А что, ладно. Пустой пистолет в руки. Враги же не знают, что он пустой. И идем. Leon was right about Simmons. I want you to run. No matter what happens. Promise me. Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. I can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we had Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Still of use to us. You need to be more careful. All right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste him? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Go! Run! Not a chance. You promised! I lied. Ух.
И это было что-то немножечко жестковато. Ну да ладно. Точность у меня. Ну, и это было естественно, что у меня очень низкая точность. Я очень сильно ее просадил во время поездки. На мотоциклях. На мотоциклях, да. Ну, я вообще русский. Хм, 5 хедшотов подряд? Что-то удивительно. О, вот, кстати, выстрелом сбить в полете брошенный предмет, это как-то... Я даже не обратил на это внимания. Не меньше 5 раз оказался при смерти. Дожили. Ну, в общем, вот такой вот результат. 4-ю главу прошли. Что ж, на этом я благодарю вас за внимание. Что же будет с нами дальше, мы узнаем в следующей серии. Чем в следующей главе. Ну и в следующих сериях тоже, разумеется. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.